человек в погоне за деньгами, в погоне за удовольствием, в погоне за бесконечным отдыхом, он все равно скучает, ему все равно не хватает, ему все равно на земле не имется. Он в силу своей вечности, он никак не может привыкнуть к тому, что жизнь земная его весьма ограничена во времени. Сама божественного происхождения природы человеческая, она сопротивляется этой конечности. Поэтому человек всегда, когда сталкивается с смертью, он плачет, он никак не может это принять, согласиться, хотя уже любой ребенок с 3 лет знает, что он умрет через какое-то время. Потому что смерть и вот эта ограниченность, она на самом деле онтологически не свойственна человеку. Человек задуман Богом как соработник себе, как участник в этом творческом процессе преображения Земли, которое начинается с самого себя.